Смотрите, в общем, вот мы динамик, да. С ним все нормально работает. Посмотрите. Что это? Смотрите, что это такое? Смотрите. Что это? Сейчас, но это еще не все. Посмотрите только. Что это такое? Что это? Что это такое? Что это такое? Что это за динамик, пацаны? Что это такое? Что за дерьмо, пацаны? Что это? Что это за подвес убогий? Что это за динамик, блядь? Что это вообще такое, блядь? Что это? Но? Ай, да, кстати, смотрите. Вот. Не обращайте внимания на то, что у меня рука так блестит. Это потому, что я заморал с клеем. Вот, это вот. Вот. Это неудачная сторона, а это удачная, вот. Это лицевая сторона, как-то так вот. Двухслойная получилась. Клей. Клея вот столько. Клея мне хватило, его, и он час даже есть, вот видите. Его совсем где-то вот столько. Вот, видите? Вот. Ну, короче, как-то так. А это он вот, ну. Это задняя. Она, кстати, не ультра тяжелая. Я ее поставил на батарею сушить, почти вроде как высохла. Еще двигается, но она вообще еще не. Я ее только что поставил сушить. Ну, вроде как клей должен. Вот этот клей хорошо должен высыхать на батарее, вроде как. Так что поставлю его обратно. И пусть там высыхает. Это будет как утяжелитель. Ну-ка, подождите, давайте-ка мы проверим, влезет он или нет сюда. Потому что магнит закрывает. Влезть должен по-любому. Да. Вроде как влезает, но не сильно. Не сильно. Самое печальное. Но в любом случае я могу как-нибудь этот феррит немножко обрезать, и все тогда будет нормально. Ну ладно, всем пока, ждите, пока пассивка высохнет. То есть мне нужно ждать, пока пассивка высохнет, чтобы я наконец-то сделал нормальную колонку.